дружно они живут. Туда-да, знаешь, как их зовут? Туда-да, много приключений разных вместе они найдут. Да! Ждут нас чудеса. Туда-да, скоро увидишь сам. Туда-да, прыгай в наш фургон волшебный, мчимся к облакам. Да! Это Дуда, это Дада и проказник Скот. Умный Кейбер, болтушка Бабл. Вместе они повсюду. Дружно они живут. Туда-да-да, знаешь, как их зовут. Туда-да-да, и много приключений разных вместе они найдут. Да! Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Туда-да-да, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Туда-да-да, ла-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 ла. Загадочное существо. Где ты прячешься? Я тебя нашел. Кейбера тоже нашли. Остался только Дуда, верно? Где ты? Он где-то здесь? Нет. Куда он подевался? Я думал, Дуда мастер в копании, но он еще в прятках хорош. В копании? Дуда, прятаться под землей нечестно. Да-да, как дела? Дуда? Чш. Я читаю про снежных барсов в суперкарте. Снежные барсы? А кто это? Это... Та-дам! Я ничего не вижу. Нашел, Дуда. Я же говорил, что под землей прятаться нельзя. Провинился. Да-да. Расскажи нам побольше о снежных барсах. Они живут на заснеженных горных вершинах. Вот и все, что здесь сказано. Похоже, они очень таинственные. Люблю тайны. Тогда чего же мы здесь стоим? Ты прав. Время нашей веселой экспедиции. Обожаю исследовать. Вперед! Приключения, какой сюрприз ожидает нас? Приключения, исследовать мир поможет карта. Мы отправляемся в путь сейчас. Приключения! Мы на месте. Как холодно. Заснеженные вершины. Я сделаю снимок для суперкарты. Ой! Да-да! Ой! Дуда упал. Как ты мог ударить Даду? Да-да-да-да-да-да-да-да-да! Бабл, скорей, давай нападать на Скотта! Хватит, Скотт! Дуда, снежный ком все растет и растет! Куда подевались Дуда и Бабл? Катим! Они делают снеговика! Ух ты, звучит весело! Пойдемте поможем! Чего-то не хватает! Ему нужен нос! Так, что может подойти? Так... Почему не вставляется? Вебер, поторопись! Что ты делаешь? Помоги сделать лицо нашему снеговику! Что? Наш снеговик здесь! Ой-ой-ой! Кто вы такие, ребятишки? Вы своим шумом гамом спугнете снежного барса! Снежный барс? Ты нашел его? Нет, но я нашел дядюшку Филина! Филина? Значит, вы тоже ищете снежного барса? Да,
Какое забавное совпадение. Мы встретим его и непременно подружимся. Подружиться со снежным барсом. Вы такие смешные. Что здесь смешного? Послушайте, малявки, никто никогда не подружится со снежным барсом. Почему? Потому что я живу здесь 30 лет и даже хвоста его ни разу не видел. Что? Так что попрощайтесь со своими мечтами. А? Вы 30 лет живете в этом холоде и безуспешно? Я не могу, нет, я не стану. Мудрое решение. Детям нужно играть с маленькими щенками, а не со снежным барсом. А? Я пойду. Стойте, куда вы идете, сэр? Буквально сегодня утром он на той вершине были найдены следы лап снежного барса. Я пойду по его следам. О, мы пойдем с вами. Я так хочу увидеть снежного барса. На заснеженной вершине детям не место. Поверьте мне на слово. Значит, снежный барс обитает на заснеженных вершинах. Надеюсь, они хорошо доберутся до дома. Снег довольно скользкий. Упертые зверюшки. Нужно побыстрее от них избавиться. Почему он так торопится? И кто в его возрасте так быстро ходит? Скорей, скорей! Иначе мы отстанем от него. Нужно поспешить, если хотим увидеть снежного барса. Как холодно. Из всех наших экспедиций это самое сложное. Я нигде не вижу дядюшку Филина. Давайте поторопимся, а то скоро стемнеет. Как холодно. Я скольжу. Помогите! Я тебя держу. Булыжник! Сделайте что-нибудь, мы не тормозим! Кажется, мы остановились. Как старый дедушка здесь так быстро оказался? С вами столько хлопот. Прочь с дороги! Кыш! Пойдемте вместе! Вы присматривали за нами всю дорогу! Чепуха! Так и есть! Почему вы не спите? Я сохраняю бдительность. Вы никогда не спите! Но, сэр, почему вы так долго ищете снежного барса? Раньше я, как и вы, дети, путешествовал по всему миру. Я тоже был исследователем. Однажды, неподалеку от снежной вершины, я сделал этот снимок. Это снежный барс? Ух ты, здорово! Но никто не поверил моему открытию. Все говорили, что снежных барсов не существует. С тех пор я его ищу, чтобы доказать всем, что они неправы. Так вы занялись этим, чтобы доказать свою точку зрения? Чтобы доказать самому себе. Я просто хочу увидеть его еще раз. Тихо! Это снежный барс! Снежного барса так и не видно, нет? Эй, дедуля! Небо выглядит угрожающе. В укрытие! Снежная буря наступает! А как же вы? Идемте с нами, здесь опасно! Я не сдвинусь с места! А вдруг снежный барс появится? Не волнуйтесь за меня, уходите! Бежим, ребята! Нужно убираться отсюда! Да-да, осторожнее! Это не я, земля дрожит! Здесь опасно! Скорее уезжаем отсюда! О, нет, дядюшка Филин! Что ты делаешь? Нужно помочь дядюшке Филину! Ааа!
О, нет, он сейчас упадет! Дядюшка! Я не вижу дядюшку Филина! Смотрите! Стойте, это... Снежный барс! Ого, снежный барс! Ух ты, дядюшка снова с ним встретился! Спасибо, ребятишки! Какие же они классные! Снежные барсы или ирбисы живут высоко в горах среди снегов. У снежных барсов большие лапы с шерстью на подушечках, что позволяет им легко ходить по снегу. Окраска их меха светло-серая, с темными пятнами. Она сливается с белым снегом, и поэтому их очень трудно найти. Так много друзей интересуются снежными барсами! Они заходят в нашу суперкарту. Да, загрузка завершена. Теперь все друзья узнают о снежных барсах. Временный папа. Так освежает. Вот тебя. Я тебя отомщу. Да-д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 а. Итак, на сегодняшнем пикнике мы отведаем жареных устриц. Звучит очень вкусно. Я съем больше вас всех. Это мы еще посмотрим. Приятного аппетита. Ну что, налетаем. Ой. Куда делись наши аппетитные устрицы? Ох, Скотт, они были для всех! Чем больше у тебя рот, тем больше ты ешь. Почему ты такой жадный? Мои вкусные устрицы! Вот поэтому я рад, что у меня большой рот. Вот бы появился кто-то с еще большим ртом, тогда Скотт перестал бы задаваться. Ребята, в море водится рыба, у которой тоже очень большой рот. Правда? Больше, чем у Скотта? Это невозможно! Что это за рыба? В суперкарте написано только, что у нее большой рот. И нет другой информации, например, где она живет и какой размер у ее рта. Тогда, может, хотите отыскать эту большеротую рыбу? Хорошо. Будет больше данных для суперкарты. Ура! Обожаю исследовать! Отправляемся в океан! Вперед! Исследовать мир поможет карта. Мы отправляемся в путь сейчас. К приключениям! В океане столько необычного. Это точно не похоже на творение природы. Что это за место? Баббл, плыви сюда. Нам надо найти большеротую рыбу. Не думаю, что здесь мы кого-нибудь найдем. Давайте спустимся ниже. Хорошо, мы идем к тебе, большеротая рыба. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Она не здесь. Где может быть эта большеротая рыба? Эй, что это? Есть кто дома? Тук-тук-тук. Ты меня напугал! Что случилось? Что там? Это же не та самая большеротая рыба, да? Даже не знаю. Привет, привет! А ты случайно не большеротая рыба? Может, он не умеет говорить? Ну и ладно, не такой уж у него большой рот. И тело, кажется, маленькое. Может, а может и нет. Ты и есть большеротая рыба.
Ух ты! Он и есть большеротая рыба. Он меньше, чем я думала. Он размером примерно с меня. Учитывая его размер, насколько большим может быть его рот? У него огромный рот. Да, и он полон икринок. Эта рыба вынашивает икру во рту. Вот почему он такой большой. Это важная информация. Надо записать ее в суперкарте. Чего-чего? У тебя во рту столько икры, что тебя трудно понять. Я голодный. Кажется, он говорит, что голоден. Он не может есть из-за икры. Может, ненадолго положим икру сюда? Она должна быть во рту. Икру нужно хранить в тепле во рту? Ой, я знаю, кто-то из нас может погреть их у себя. У себя во рту? Почему бы и нет? И кто это будет? Пусть будет тот, у кого рот больше этой раковины. Отличная мысль. Я первый. Не подходишь. Я следующий. Даже не близко. Расступитесь, мелкоротые. Наш победитель Скотт, поздравляю. Давайте. Теперь ты их временный папа, Скотт. Правда? Стойте, нет, так неправильно. О, отлично смотришься. Спасибо, крайне признателен вам. Вы не представляете, как мне нужна была передышка. Кажется, я не представился. Я пистогнат с очень большим ртом. А вы можете называть меня Джо. Как классно! Так значит, ты апистогнат. Ты послушай, пока ты греешь моих детишек, у меня есть для тебя список дел. Ты прилежно смотри за моими детьми. Всегда будь осторожен и за каждым следи. Но можешь головой качать, дай ритму чуток. Когда они родятся, вспомнят этот урок, сынок. Что ты делаешь? Ничего не делаю. Эй, я покажу вам очень классное место. Здорово! Давайте идем! А как же я? Я по тебе скучал. Пока во рту были мои детки, я умирал с голоду, так что теперь все такое вкусное. Он когда-нибудь замолкает. Может, положить икру обратно в его рот? Ну вот, мы на месте. Это же... Гордость нашего моря. Морской музей. Скорее, приходите. Мы же здесь только что были. Вы будете в восторге от коллекции этого музея. У нас здесь все мировые шедевры. Итак, любуйтесь этой неописуемой красотой. Я ничего не вижу. Смотрите внимательно. Смотри прямо. Теперь улыбнись. Нет. Улыбнись так, словно увидела Млечный Путь, выглядывающий из облаков в свете полумесяца. Вот так? Нет, да более расслабленно. Идеально. А теперь не двигайся. Не двигаться? Здесь изображена оживленная душа на контрасте со скромной улыбкой. Она так загадочна, что все говорят, это самый ценный шедевр нашего музея. Просыпаемся. Там еще многое предстоит увидеть. Взбодритесь и следуйте за мной. Эй, подождите меня! Куда они запропастились? Оплывай, уходи! О, нет, сейчас чихну. Нет, я не могу. Я не могу чихнуть. Сейчас чихну. Что же делать? Почему именно мне надо тянуться? Почему их пальцы так близко, но никак не соприкоснуться? Это сейчас не важно. Замечательный вопрос, мой широголовый друг. Сейчас я вас шокирую. Это изображение того момента, в который родилась первая искра жизни. Стойте, искра жизни? Моим малышам уже пора вылупляться. Нужно скорее вернуть их в мой рот. А мне пора возвращаться. Да, конечно, давайте возвращаться. Да, думаю, нам пора. И надо убедиться, что Скотт ничего не натворил. С другой стороны, я думаю, мои детки в очень хороших руках с этим чудесным котом. Сейчас гораздо важнее рассказать вам про эти великолепные шедевры. Ух ты, здорово!
Их нельзя глотать. Не смей глотать! Что здесь происходит? Что? Нет, 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 я не ваш папа. А почему ты до сих пор спишь? Детки мои, я вернулся. Вы почему так долго? Вы все вылупились? Что с вами не так, дети? Вон он, ваш папа. Маленькие апистагнаты думают, что их папа скот. Эй, детки, посмотрите на мой рот. Да-да, мои хорошие. Скот, как мне тебя отблагодарить? Я лишь попросил погреть их за меня, но ты еще и помог им вылупиться. Твой гигантский рот просто... Ну? Один малыш до сих пор не вылупился. Позаботься о нем, ладно? Джо, ты не против сфотографироваться с нами? Я хочу показать в нашей супергарде, как выглядит апистагнат. Хорошо. Готовы? Раз, два, три! Большой рот! Мы вас еще навестим! Было приятно познакомиться! Пока! Пока, детки, растите большими и здоровыми! До свидания! Я дописала статью, теперь там гораздо больше информации об апистагнатах. Давайте скорее расскажем всем про апистагнатов. Я хочу нажать. Я так долго держал во рту икру, на этот раз точно должен нажать я. Апистагнаты живут в ямках в песке на дне теплого моря. Как вы уже поняли, у апистагнатов очень-очень большой рот. Вероятно, это из-за того, что папа должен вынашивать во рту сотни икринок, пока они благополучно не вылупятся. Ух ты, так много друзей интересуется апистагнатами! Они заходят в нашу суперкарту. Да, наша загрузка завершена. Теперь друзья будут знать все про апистагнатов. Озвучено по заказу CLS Media в 2021 году. Вот над землей летит волшебный фургон. Где его ждать, где приземлится он? Много еще открытий ждет.